Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. В студии Анна Лапшина. Здравствуйте. Прокуратура Ленинского района Кирова вступилась за дольщиков объекта в Дороничек. Ведомство обязало застройщика, компанию «Вятка Надым», ускорить строительство по адресу Мира 9, корпус 1. Сдача объекта планировалась в июле прошлого года. Однако прокуратура установила, что к середине 2017-го застройщик резко снизил темпы работ. Ведомство внесло представление об устранении нарушений и окончании строительство в сроки, прописанные в договорах с дольщиками. После вмешательства прокуратуры «Вятка Надым» активизировала работы и закончила возведение объекта. 28 декабря прошлого года было получено разрешение на ввод здания в эксплуатацию, сообщается на сайте ведомства. Дайджест недвижимости. Свыше 70 кировских молодых семей получат социальные выплаты на улучшение жилищных условий. На эти цели направят более 43 миллионов рублей. Это на 48% больше, чем в прошлом году, сообщает региональное правительство. Выплаты получат семьи из 24 муниципальных образований. Их отбирали на конкурсной основе осенью прошлого года. Около 19 миллионов в рамках программы обеспечения жильем молодых семей выделят из федерального бюджета. В областном бюджете на эти цели предусмотрены 15 миллионов, еще 9 миллионов добавят бюджеты муниципальных образований. Напомню, в прошлом году выплаты на приобретение жилья получили 50 молодых семей. Общая сумма составила порядка 30 миллионов. Дайджест недвижимости. В областном центре подешевели квартиры, сдаваемые в аренду. Падение ставок по итогам декабря составило от 1,5% до 20%, сообщает аналитический портал Рекиров.ру. Значительнее всего потеряли в цене трехкомнатные квартиры. Ставка упала с 16 700 рублей до 13 500 в месяц. В сегменте двухкомнатных и однокомнатных квартир снижение было незначительным, в пределах 200 рублей. Зато резкий рост показала в декабре посуточная аренда. В частности, плата за трехкомнатные квартиры возросла с 1 500 до 2 200 рублей в день. Дешевле всего в декабре можно было снять однокомнатную квартиру на улице Челюскинцев. За нее предлагали заплатить 3 000 рублей в месяц. Самые высокая арендная ставка декабря – 35 тысяч рублей за двухкомнатную квартиру на улице Молодой Гвардии в старом центре города. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.